отгрузка полуприцепа, Jim Keeper, Volvo 6х4, в Республику Тува, седло 1250, тягач 1300 под нагрузкой подходит. Передние лапы SAF 24 тонны. Система, пневмосистема, тормозная вапка. Вапка SmartBoard. Вторая корзина под запасное колесо. Оси SAF. Передняя ось подъемная автоматически. Объем полуприцепа 38 кубических метров. Стальной, низкий вес 7300. Сзади распашные ворота с клапанами под зерно, зернолюки. Сверху тент. Ворота распахиваются, может заезжать погрузчик. Внутренняя ширина 2,44 для погрузки европалет в два ряда. Замечательный универсальный полуприцеп 38 кубических метров. Jim Keeper Max Car